Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодняшнее видео о 200 моих подписчиков! О, спасибо вам, драконы, ССОшники, старайдеры, нерайдеры, наездники, неездники! Люди, просто спасибо вам, что вы на меня подписаны, что вы смотрите мои видосы, комментарии оставляете, иногда даже лайкаете. Мне просто это очень-очень приятно, хотя, если честно, я хотела бы как-то побольше с вами иметь контакта, чтобы вы побольше писали комментариев, я бы на них вам отвечала. Но как бы, да, это мои там какие-то воздушные мечты, да пофиг на них пока, просто 200 подписчиков. Я не думала, что до 100 когда-то дойду, но когда дошла до 100, я помню свой шок, а там уже и 150, и 180, и наконец-то 200 подписчиков. Спасибо вам большое, спасибо. Спасибо всем тем, кто со мной уже давно, можно сказать, с самого начала, когда я начала вести свой такой мини-геймерский канал, который пока, правда, не такой уж многообразен по количеству игр. Я сейчас играю, можно сказать, только в лошадок снимаю, но это потому, что мне так позволяет моя техника, да. Может быть, когда-нибудь там будет и много чего другого, кто знает. И да, я помню, что когда было вроде бы то ли 150, то ли 180 подписчиков в таком же благодарном видео, я сказала, что когда будет 200, я куплю себе новый микрофон. И да, вот 200 подписчиков, микрофон пока в данный момент я купить не могу, но окей, я помню о своем обещании, поэтому сейчас я возьму себя в свои драконьи лапки, буду как-то устраивать свой бюджет так, чтобы в течение месяца, я надеюсь, купить, ну, вообще, я думаю, под конец месяца купить себе новый микрофон. Да, нет, это не из разряда купить просто какой-то микрофон, просто потому что я так обещала, типа, подороже, чем того, что у меня сейчас есть. Точнее, сейчас у меня вообще никакого микрофона нету, потому что я записываю все через ноут, а там, вы сами знаете, все встроено. Ну, в общем, я планирую купить хороший, достаточно микрофон. Уже посмотрела, уже выбрала. Осталось только самое сложное это накопить, да. И, кстати, ребят, 200 подписчиков, у меня такой просто эмоциональный подъем сейчас, столько радости в душе, что я хочу вам предложить, точнее, да, хочу предложить вам такую вещь, как возможность купить через меня вот этого коня. Хотите верьте, хотите нет, но у меня на телефоне, я когда-то его себе вырастила в приложении Star Stable Horses, если я не ошибаюсь, там, где ты выращиваешь жеребенка до взрослого коня, и когда ты его покупаешь за СК, он переносится в игрушку, и сразу 10-й левел. Так вот, этот конь был, скажем так, эксклюзивом, он был акционом, да, он, по-моему, месяц держался, я, правда, уже не помню какой, и потом его убрали из этого приложения, но у меня он есть, и у меня вы можете его купить, точнее, через меня. Вот, к примеру, у меня уже сестра через меня его купила, потом вчера я у себя своим соклубовцам написала, что у вас есть возможность его купить через меня. Одна девочка уже вчера купила его, ну, точнее, я зашла по ее данным и купила ей, и она мне потом в скриншотике кинула, это так классно, что я просто такую, просто конь больше недоступен в приложении, у меня он есть, и я хочу позволить вам дать возможность купить его, если вы его, к примеру, видели, но не было СК, или вы вообще его не застали. Так что, если вы хотите, и если вы мне доверяете, это ваше личное дело, но, по крайней мере, я уже сбилась со счету, сколько бедных жизней я спасала тем, что возвращала их аккаунты от каких-то взломщиков, потому что, ну, блин, бесит. Бесит то, что люди взламывают аккаунты, их перепродают, тем более за супер низкие цены, хотя по факту они стоили бы, ну, там, в 2-3 раза больше. Ну, как бы, себестоимость тут ни при чем. Окей. Так что, если вы все-таки хотите узнать конкретно, как все это будет происходить, если вы хотите этого коня прямо здесь или сейчас, или вы хотите его купить в будущем, но в будущем я имею в виду, ну, хотя бы ближайшие полгода, ну, или хотя бы до зимы, то просто я вам оставлю свою ссылку ВКонтакте в описании к этому видео. Вы должны будете написать мне в личку ВКонтакте: я хочу звезда...
звезда кровного, потому что этот конь по сюжету, да, с ним в ССО есть задание, или было, не знаю, убрали или нет, он звезда кровный, то есть один из тех лошадей, которые имеют какую-то магическую связь с Юрвиком. Нет, он не магик, но и он и не обычная лошадь, он звезда кровный. Это первый конь в своем роде вообще в ССО, звезда кровный. И неизвестно, вернут его когда-нибудь разработчики или нет. А я вам сейчас, вот прямо здесь и сейчас предлагаю такую возможность его купить через меня. Так что, если вы хотите и вы мне доверяете, то пишите мне ВКонтакте, я хочу купить Звездокровного, я начну с вами беседу ВКонтакте, и, возможно, уже сегодня, или уже завтра, или вообще, как только вы на него накопите, или когда будет удвоение, вы его купите себе здесь, ну, в смысле, сразу, ну, вы меня поняли, просто... Я на эмоциях, я хочу вам сделать приятное, потому что вы на меня подписались, вы мне сделали приятное. Ну, предлагать вам коня за 750 СК, которого уже, в принципе, нигде не должно быть, а у меня он есть, по-моему, это тоже, как бы, большой подарок моим подписчикам. Ну, если бы я была бы подписчицей, и мне сказали, типа, хотите коня, я такая... Я хочу коня, дайте мне коня. Извините, просто очень хорошее настроение, солнышко за окном, я выспалась, проснулась, сделала уже кучу дел. И да, да простят меня мои подписчики, что я купила этого вороного андалуза без видоса. Просто потому, что в час ночи после работы я играла с парнем, и мне приспичило купить вороного андалуза, который мне очень сильно понравился, и я просто уже не могла ждать до утра, я просто взяла его и купила этого красавчика. Муа! Просто потому, что он Black Mate, матовый вороной конь, просто шикарнейший конь, да. И, кстати, еще одна новость, кто не знает, разработчики в своем инстаграме выставили запись о том, каких магических лошадей вы пропустили. Там было много-много комментариев просто с номерами тех лошадей, которые были на картинке, но больше всего сочетание 2, 6 и вроде бы 8. Тот, кто оставлял комментарии или видел эту запись, уже поняли, что это за коняхи. Это самые первые магические лошади вообще... Star Stable Online. Это самые первые магики, которые на моей памяти выставляли на продажу всего лишь два раза. И один раз, по-моему, я застала, но я тогда еще была даже не лайфом, и, по-моему, это был вообще мой то ли первый, то ли второй месяц игры. У меня просто не было денег на то, чтобы их купить. Их действительно очень давно не было, поэтому, видимо, разработчики спросили через этот пост в Инстаграме, что каких лошадей вы хотели бы увидеть зимой, потому что все знают, что магических лошадей привозят к нам на Юрвик раз в полгода, в летнее время и в зимнее время. Точный месяц сказать никогда нельзя, потому что периодически оно сдвигается то вперед, то назад, то есть январь, февраль, или декабрь могут привести магических лошадей, ну, декабрь, январь, февраль. Или то ли весеннее, то ли летнее время как-то так привозят других магических лошадей. То есть два раза подряд одних и те же они привозят. И так вот, вот именно вот этих трех магиков уже очень давно никто не видел. И, если честно, я лично... Мне раньше нравился вот этот серебристо-фиолетовый, потом мне начал нравиться черный, но сейчас я понимаю, что если их привезут, я, походу, скуплю всех. Так что я призываю вас, призываю себя, что те, особенно у кого лайф, хватит покупать себе прокормку лошадей. Ну, только если вам эти магические вообще не сдались, и они вам не нужны, то продолжайте тратить свои СК на то, чтобы прокормить все свои там 30-40 лошадей, стоящих в конюшне через конюха. Я же лично сейчас буду отказываться от этой идеи. Я буду копить, просто потому что... Когда мы покупаем конюха, неважно, сколько у нас лошадей, мы автоматически теряем 200 СК. Потому что 210 СК, по-моему, это мы платим конюху в месяц, чтобы он каждый день кормил наших лошадок. Да. Поэтому я призываю вас, особенно лайф, выбирайте себе одного коня, желательно которого нужно сейчас качать активно, потому что вы ленивые, и вам влом их качать. И просто выберите себе одного коня и кормите его сами. Все остальные, вы про них забыли, уберите их на пастбище, в конюшню вообще не заходите, все, что вы можете одеть, возьмите себе в рюкзак, чтобы просто не соблазняться. Да. И просто выберите одного коня, катайтесь на нем, играйтесь на нем, качайте его по максимуму, чтобы он наконец-то стал 15-м, и вы такие: «О, господи, я наконец-то это сделал!» И таким образом вы будете, как раньше, когда-то, когда мы
не тратились особенно на конюхов, когда у нас было 3, 4, 5, 10 лошадей, мы еще сами их могли кормить. Да. Стандартно будем в месяц получать по 400 СК, магики стоят, по-моему, 600 СК, следовательно, если они стоят по 600 СК, то нам нужно 1800 СК, ну, округлим 2000 на всякий случай. Я-то вообще округлила, я хочу накопить 3000, ну, там еще здравствуй удвоение, кто может покупаем, да. Так что этой зимой ждем этих старых, самых старых трех магиков. И если вы хотите их, то тоже давайте начинаем копить. Но удвоение покупаем СК и не тратим эти деньги до зимы. Просто ждем, сидим и ждем. И также не забудьте, что в преддверии Хэллоуина, то бишь в начале октября, должно будет выйти обновление, в котором тоже будет магический конь всадника без головы. Напоминаю, это Шайр, черный, как вообще самый черный уголь с красными ногами и красной гривой. Ой, со мной подошли поздороваться, это так мило, здравствуйте. Вот, и зимой будет магический конь в деревушке Санта-Клауса, это ледяной северошвед а-ля единорог. Да, так что копим, если кто-то чё-то не знал. Вот, пожалуйста, я вам выдала просто всю информацию на несколько месяцев вперед, какие коняхи должны будут появиться. Или появиться, по идее. Да, так что давайте, я верю в нас. И спасибо, что вы на меня подписались. Я вам вообще тут столько всего предлагаю, и полезную информацию сейчас выдала, и коняху предложила. Так что да, поставьте, пожалуйста, видосику лайк, напишите какой-нибудь хороший комментарий. Ну или можете не хороший, просто напишите честный комментарий от себя, потому что я лично, да, я иногда расстраиваюсь, когда мне пишут плохие злостные комментарии. Но я больше радуюсь, что человек написал правду от себя, да. Даже если она обидная. Ну, ничего страшного. Так что спасибо большое, мои подписчики, мои драконы, что вы вообще со мной, что вы меня смотрите. Просто я очень сильно вас люблю, спасибо. Ожидайте в течение месяца, может быть, двух месяцев, новую озвучку на канале, новый микрофон. Я лично сама уже очень сильно хочу, давно хотела, но каждый раз меня что-то... Ну, забывала я про этот новый микрофон, но тут 200 подписчиков, обещание нужно выполнить. Так что будем выполнять. Так что всем пока, с вами была я, Данали, и мой новый вороной андалуз. Вот этот шикарный коняха. Так что давайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующих видео!